День пожарной охраны – праздник для тех, кто умеет справиться даже с большим огнем. Накануне профессионального праздника в Главном управлении МЧС России по Ульяновской области чествовали ветеранов и сотрудников отрасли. В этом году, 30 апреля, исполняется 369 лет со дня основания царем Алексеем Михайловичем пожарной охраны. Личный состав управления возложили цветы к монументу славы пожарным спасателям. Затем гости перешли в актовый зал для проведения праздничного мероприятия. Лучшие сотрудники отрасли были награждены ведомственными наградами МЧС России, дипломами и благодарственными письмами. Сегодня Ульяновская область охраняет 282 боеспособных пожарных подразделения, где трудится более 4000 человек. Борьба пожарных и спасателей за жизнь и здоровье наших граждан ведется ежедневно. Только с начала этого года силами пожарной службы были спасены 19 человек и эвакуированы 73 человека. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.